Омские сотрудники Росгвардии задержали грабителей, которые пытались украсть железную кровлю с объекта культурного наследия 1913 года постройки на территории аграрного университета. Накануне в отдел вневедомственной охраны поступил сигнал с тревожной кнопки вуза. Прибывшим сотрудникам работник рассказал о замеченных им на крыше двух мужчин, снимающих кровельное железо. Задержали злоумышленников, когда те уже загружали листы металла в машину. Один из преступников, как выяснилось, оказался рецидивистом, имел несколько судимостей за кражу. Теперь им грозят новые тюремные сроки.